Всем добрейшего времени суток, с вами Гарыныч, и девятая заключительная часть видеопрохождения дополнения для игры Dark Souls 2 под названием Корона Утопленного Короля. Итак, у нас остался последний босс, я его забедил с третьего раза, не без помощи, конечно. Значит, вот второго фантома, вот эту аббатиску эту, не берите, она маг, дракон, зовется Син, дремлющий дракон. Он, скотина, вообще невосприимчив, походу, не практически ко всем видам магии, порчи и всему остальному. Забедить его легче всего, конечно, будет с помощью ближнего боя. Как легче? Легче. Вот. Ну или стрелами закидать, если у вас реакция хорошая, вы сможете от него вернуться. Значит, во-первых, вот сейчас он появится. Значит, сразу бежим за ту колонну, вот сюда вот. Здесь лежит кольцо Сиры Йорга. Не помню, что оно делает. Всякую хрень, короче. Ба! Нормально получил, да, сразу? Отхватил. Так, типа атак у этого гаденыша. Значит, он любит полетать очень сильно. Сейчас он меня просто... Смотрите, вот это один из видов атак. Это он подлетает и кидает фаербол. Может под себя кинуть. Так что будьте предельно внимательны и осторожны. Значит, вот это еще один вид атаки. Это с разбегу башкой фигачит. Что еще в полете он умеет делать? В полете он может струю напалма выпустить. И если вы заметили, то у него... Просто огонь вылетает из пасти. Он еще и травить очень сильно любит. Так что если у вас достаточно плохое сопротивление к отравлению, то наденьте кольцо ядовитого укуса. Там, плюс один. Ну, вот еще вот одна атака. Он, пролетая, поливает огнем все под собой. Вот атаки. Вот, смотрите, вот еще вот эта вот атака огоньком. Это просто бьет по радиусу. Вот еще одна атака. Вот он привстает и фигачит. Значит, в данный момент легче всего, конечно, ему по задним ногам долбить. Так, ну, фаербол вы уже видели. Так, атаки ближнего боя. Одну мы с вами сейчас видели, но как ближнего боя. Он просто разбегается и башкой вас бодает. Другие атаки ближнего боя. Удар лапой, то есть задний. Может вас придавить, если вы там надолго задержитесь. Это раз. Потом удар головой. Опять удар головой по радиусу. И удар хвостом. Хвост, кстати, ему можно отсечь, но я могу посоветовать, не старайтесь, ну нафиг. С хвоста ничего не выпадет, но он просто не будет вас хвостом бить. Вот видите, Аббатис ему там вообще ничего не наносит абсолютно. Это первый пробный заход был, потому что я не знал, что у него. Что это, как у него. Я уж не надеялся просто выиграть. Что-то забыл из офлайна выйти, и боты там стараются, особенно вот этот вот Эдди. Вот это вот ошибка просто. Не надо отпрыгивать, ладно, там. Спину попал. Достает достаточно далеко, если вы сами видите, там чуть ли не на треть локации, поэтому будьте, опять же, предельно внимательны и осторожны. Для меня идеальный вариант оказался, значит, кольцо дракона плюс 3. Чтобы вес нормально держать. То есть одеть доспехи. Доспехи я другие одену. Сейчас я в доспехах Фаорана. Смотрите, ему вот как-то по барабану это порча абсолютно. Там чуть-чуть дает и все. Стрелы доставляют ему гораздо больше. И он не травится, что характерно, зараза. Ну потому что сам ядовитый.
сейчас он не даст просраться. Да. Отпрыгнуть от меня реально, надо просто убегать в сторону. Просто в сторону убегаете и все. Если он сворачивать не будет, он летит по прямой. Так, что это там про кольца, да? А, вот здесь я кольцо ядовитого укуса одел, но дело в том, что защита где-то в 200 хитпоинтов от отравления хватит, это достаточно, потому что кольцо ядовитого укуса там добавляет достаточно много. Ах ты гад! Ну, я вернулся. Вот видите, вот по задней лапе без прицела долбите, и все у вас сложится. Сейчас я орудую грубой катаной с отравлением. Надо доставляет чуток, но слишком сильно. Опа, и хвостом, видите, вот при приземлении он может даже вот хвостом задеть. Это полуатаки такие. Вот меня гонял, блин. По поводу доспехов. Доспехи я смиксовал, значит, так как это лучше ближний бой идти, то помните наручи, увидите, сейчас я их одену, те, которые позволяют при обычной атаке с какой-то долей вероятности нанести критический удар. То есть там может вместо, например, 200 отнять порядка там 500. Поддается. Где наш? Сейчас он там их разберет на запчасти. Ну, магия это вообще 25, да, большое копье света, ему там вообще как-то пофиг все. Так, доспехи никак не могу сказать. Значит, доспех одел вот эти вот стражи гробниц. Ну, те, которые сначала были бесплотными духами, да, вот этим нежитью. Потом, когда мы разрушили их гробницы, они вот стали обычными такими двухметровыми долбоклюями. Блин, ты что делаешь? Там защита от физического урона достаточно большая. А по отравлению, ну, нормально там. Сейчас, по-моему, получаю. На. Так, а Батису там просто отымел. И сейчас вот последний удар хвостом. Все вроде хорошо. И вот мне надо было бы капюшон, наверное, поменять, потому что здесь ну, из магии это то, что вот так называемый баф оружия идет. То есть, вот, например, пиромантия, да? То, что у меня там есть огненное оружие. И если у вас есть порча, темное оружие. Тоже, кстати, вот эта порча, она обмажет тьмой любой ваш клинок, заточенный, не заточенный. Это не суть. Ничего не меняет. То есть здесь вот идет на ловкость или на физику. Если у вас баланс в норме, да, то вот эти вот ближние атаки можно выдержать спокойно и там по заднице ему настучать. Так, этот кольцо там рассматриваю, вот, кольцо знаний. Но я просто опять давненько там не играл, поэтому забыл, что вот все, что из дополнения, там вниз сваливается. Вот сейчас увидите описание кольцу Сира Йорга. В общем, забедил я его с третьего раза. И сейчас сами все увидите через какое-то количество времени. Сейчас будет попытка номер два. Опять же, с обычными ботами, а потом уже один паренек, но он как бы и маг, и ну и в ближнем бою сражался. В магии он там не очень урон наносил. Да куда ты? Постоянно, а вот кольцо Йорга. Ну, то есть, может отражать заклинание.
Но опять же, не все и не всегда. Я так думаю. Так, ладно, кольцо защиты души. Так, ну это, естественно, в маджул сразу фигачим. Сейчас проскипаем здесь-то все. Так, вот. Попытка номер два. И можно здесь уже увидеть, что я переоделся в ту самую броню, о которой недавно говорил. Взял меч. Большой меч черного рыцаря. Это двуручник вот этот. Блин. Конек слетел, нафиг. Ну, попытка опять будет неудачной. Ни разу. Так, все. Как обычно, здесь еще один такой нормальный косячок, да? Опять проблемы с камерой. Сами видите, то есть иногда противника просто не видно. Как только вы его не видите, и начинаете получать люлей. Шепот отчаяния – это порча, которая снижает защиту противника. Причем достаточно неплохо. А-а-а, нет! Да. Ну, сами видите, то есть постоянно приходится камеру вверх задирать, и это не очень хорошо. Батист там пытается что-то сделать, но что-то у него не получается. Лучше бы она хилером была. Лечила. Блин, как бомбардировщик, как штурмовик. На разворот идет, так развернулся. Нам. Ой. Так, ну, бесполезная вещь. Давай же опускай себя, Денис. Да, вот если он сверху на вас упадет, не придавит, но какое-то количество жизни с ним. Вот там ботов пиндосит, а. Опять пытается там что-то сделать. Давай. Ай! Вот это я пролошился по любасу. Себя. Не, боевую магию пиромантии лучше не используйте. Это мертвому припарк. Да, что-то я свой персик перегрузил, по-моему. Или ей. Что-то видите, у него одна особенность. Сам неожиданный момент просто отлетает от того места, где он приземлился. Он приходится по всей локации. Вот видите, он опустился, лапы чуть-чуть придавил. Приходится за ним опять гоняться через все поле вот это. Через площадку. И он хвостом пытается именно меня достать. Ай! Что-то на, получай. Здесь по-любому, видите, важны именно физические атаки, а не дистанционные. Опять он там Эдди получает там у него. Опять получил. Ну давай. Вот уже что-то на что-то похоже. И вот опять, видите, крылышком закрыл. И все, его не видать. Да что делать? Подпрыгнул и улетел. Ну, обратите внимание, у него вот из спины, из грудины торчит копье того самого Сира Йорга. А там в описании будет, там в описании короны написано, или нет. Или в описании вот копья из его души можно будет сделать. У Арнифекса. Что Сир Йорг умудрился только один удар нанести, и все, и
и больше ничего не успел сделать. Вот, вот это вот еще у него атака. Во время этой атаки очень хорошо. Там 3-4 раза по нему можно стоять. Куда ж ты опять улетаешь-то? Животное. Я сейчас начну огнем поливать напалм, гасит. Так. Ну это я уже знаю, сейчас я опять получу своего, своих людей. Опять баф слетел, блин, не вовремя. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас начнет башкой, по-моему, фигачить. Успел я на щит переключиться, я забыл, что... Куда он сам? Сейчас... На! Гад вообще, блин, тут еще. Больше половины жизни мы снесли, но... Опять же здесь дело случая, удачи, наверное, все-таки. И как только у него остается где-то чуть меньше четверти, он уже не летает. Он просто сидит на одном месте, отбивается всем, чем можно. Хвостом, башкой, вот хвостом. А Батису там хвостом прибил бы. Лапами там, и все. Получу я здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет. Лапы удар сверху. Увернулся. Не увернулся. Это уже крылом задел каким-то макаром. И все. Повторюсь, не самый сложный босс, но из-за специфики, из-за своей, конечно, чуточку бесит. Ладно, давайте сразу в Маджулу. По-моему, сейчас доспех качать надо будет. Вот, да. Вот такой вот, блин, набор. Да, тяжеловат. Ну, сапоги Фарама, да, они тяжелые. Вот пон уже крови дракона. Плюс 6. Опять то же самое. Так, вот, наручи с гравировкой, те, которые криты делают, извиняюсь. И еще там просто черные сапоги одел. Так, на всякий пожарный. Ну вот, уже совсем другой коленкор. Полюбас. Так. Починим колечко заветное. И вот броню, да, мерцающим титанитом она фигачится. Ну, не до конца, конечно, потому что сами видите, тут фактически. Вот каменный мозаичный меч было бы интересно прокачать. У него так... Такие спецатаки веселые. Это надо где-то ходить и фармить. По-любому титанит. Вот смотрите, по физике вообще обалденно идет, да? Броня идет. Давайте пойдем. Надаем все-таки. Только все вот эту чушню убрать. Нафиг не нужно. По идее, вот я еще взял, но не использовал этот магический щит, это колдунство, которое вот голубенькое. Теплоты еще тут нафигачил себе. Хотя не применял ни разу. Ну, плюс еще защитные какие-то заклинания для себя можно использовать. Но атакующие
Вот крепкий волшебный щит, например. Опять всякие зелья, которые там усиливают ваши атакующие способности, например. Что-то типа того. Ну, бесплотного Эда и вот еще один пацан, он G, чего-то там, 112-й, короче. Кстати, этот Эдди, он кланяется, хотя он и бот. Ну что странно. Если вы будете внимательно смотреть, когда уже дракона практически мы замочим, этот Эд во время боя там кланяться кому-то начал. Чего там он? Не знаю. Больной на всю голову. Отморозок. Поехали, схема теперь другая, то есть ближний бой. Сейчас подождем ребят. Вернее, бота и пацана. А по центру лучше сразу не бежать, потому что он, видите, сразу начинает по центру лететь. Так, ну, парень там какой-то колдун с нафигачит. И сразу же получает от него дракоша. Так, чтобы очень сильно, но прилично. У меня такое ощущение, что парни просто нормальный интеллект прокачан, поэтому он вот этими копьями там души как называется, начинает там доставать этого гада. Так, ну с бафом 158-163, третий удар не получился, ладно. Это же третий раз я ученый уже стал и следил именно за действиями дракона, потому что если не следишь. Я вот здесь на это. Здесь уже отчаялся. Я смотрю, парня уже там запрессовал этот гадюныш. Поганец. Парнишка успел подлечиться. Опять эта огненная хрень слетела. Эй, хвост, 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 хвост. Сволочь. На тебе, на. Ай, лапа, лапа, лапа. Убрали. Вот тоже получили. Да, он копьями души там большими фигачит. И спина, спина. Вот видите, если спиной не поворачиваться, то урон он гораздо меньше наносит. Да, вы сами поняли, что колонна вас здесь нафиг не спасут. Получаете тут и в сторону бегаем. О, вовремя. Дракоша забавный, он как бы вроде бы на нас, на вас какое-то внимание не обращает, потом серию вот так проведет и все, и понеслась косая. Браво, год нормально он дал. Клинком света, по-моему. Гад. Только к нему сзади подхожу. Все, нет, говорю. Нифига не получится. Почему-то кровотечение идет, хотя он же травит. Не-не-не, парень, не надо так. Все, здесь вот он опустится и, по-моему, больше никуда не полетит. На, тебе, на, тварь. Сейчас хвосты пойдут, по-моему. А, нет. Вот этот вот у него еще выстрел, он себе под жопу вот этим самым огнем своим фигачит. Тоже нужно быть предельно осторожным. И как я уже сказал, смотрите, да что ж ты, гад, делать? Он никуда не поднимается, он начинает там, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здесь я опять
отхватил три раза вообще. Ну просто тупо повезло, если бы он меня не хвостом два раза долбанул мордой, то как бы я бы уж и слился. Опять же, видите, опасно. Все его... Он просто прыгает. Он уже не летает, то есть он уже подустал, но все еще сволочь опасен. Ай! Ты увернулся вовремя. Ну все, ему сейчас кранты наступят просто. Иди его там уже. Запрессовал. А, сволочь, не достал. Курилка картонная. Вот гад, а. Видите, на какое расстояние фигачит. Ну все, просто пипец. Решил на нем применить это отчаяние. Попал. Вроде. Ну все. Да. Бог троицу любит, да? 72 тысячи за него дают. И душа Сина. Дремлющего дракона. Спасибо тебе, кто бы ты ни был, брателло. Реально помог. Ну, пошли забирать нашу награду. Та, которая предусмотрена в этом дополнении. Та самая корона утопленного короля. Да, сейчас восславим солнце. И вот видите, вот там она. В самом конце этой локации. Там, где... Откуда дракоша влетал. Ну, описание сами посмотрите. Описывается именно. Как, куда, откуда и зачем. Ну, вот видите, кольцо гигантов. Это для баланса. Потому что если бы оно у меня... Ну, на моем персонаже его бы не было. Вот этими ударами сразу бы выносил. Вот корона топлого короля. Ну, как перевели, так перевели. Корона утопленного короля. Затухающее пламя теплится в древней короне. Это намек на то, что, помните, я вам говорил, если вы Вендрика уже грохнули, то можете туда сбегать и попасть в его воспоминания. Ну, описание могли прочитать, там, поставив на паузу. Значит, что у нее хорошего? Значит, она из статусных ваших вот этих вот навыков к трем прибавляет по единичке, а у двух забирает. Забирает физику, забирает у жизни. Зато там ловкость, сила и ловкость увеличиваются, и увеличивается стойкость. Вот. Ну так вроде больше ничего. Вот так она и выглядит.
теперь можно описание посмотреть. Нет, вот, вот душа Сина, дремлющего дракона. А на паузу поставьте. То есть король возвел чудесный город, все нормально было, пока Йорк не пробудил дракона одним единственным ударом, и Йорк там порушил все, что... Фуй, не Йорк, а дракон порушил все, что нужно. Так, а теперь давайте сбегаем. Я вам покажу, что можно сделать из оружия, из души Иланы, вот этой вот босс номер два, и из души именно Сина. Сина с души получается как раз копье Йорга, по-моему, если я ничего не путаю. Ты тварь, на. Резь, ой, одного удара хватило. Вот, нормально. Гурлы-мурлы. Принеси мне это, принеси мне то. Да пожалуйста. Так, вот обмен. Описание сами посмотрите. И по статам, видите, там сила 30 нужна для копья. Копье Йорга. Я не стану ничего делать из него. Тут каких-то необычных атак нет. А вот гневный топор из души Иланы, скверной королевы, то здесь это какая-то тайная мощь, сильная атака. Но, скорее всего, что-то типа тьмы. Потому что, помните, мы с ней сражались, она там тьмой во все стороны фигачил. О, да. Тяжеловато, враги. Лезь. Промахивался, мама не говорит. Так, ладно. Обмен ударами. Так, а сейчас давайте сбегаем. Слетаем, вернее. К нашему отмороженному. Магу. Но из этих душ ничего у мага сделать нельзя. Кстати, вот как-то так. Сейчас еще покажу вот этот вот. Помните, клинок мы подобрали крови дракона или что-то там вроде? Ну ладно, темное течение это щит пробивает. Где там эта хрень? Да, вот двуручный меч крови дракона. Он не до конца прокачан и не заточен ни подо что, но вот бьет он примерно как-то так. Это сильный удар. Так, и так со щитом фигачит. Обычные атаки у него и так нормально идут. А вот это сильная атака, это двойной удар. Сначала сбитие защиты или протыкание щита, а потом уже удар сверху. А, ладно, надо кольцо Кларанти обратно взад поставить, потому что так будет гораздо лучше. И все-таки, наверное, катану взять покуда. Вот смотрите, здесь на обмен ничего нету. И из оружия, и из магии ничего нет. Все вот эти вот... Все эти колдунства, пиромантии, чародейства, порча, это все идет вот душ, который в оригинальной игре, но не с дополнения. Да, вот это прикольно. Снижает зрение. Но я все равно не смогу пользоваться. У меня там статов не хватает. Здесь опять же. Все скупил. Практически. Так, ну теперь куда? А, теперь еще сбегать. Как его, блин. Забыл, как дурачка зовут. Туда же Цилдора, но только... К
ко второму костру. Тот, который грехи отпускает. Я где-то уже успел на 50 штук нагрешить. Я не знаю где. Там было 137, а сейчас там 180 с чем-то. Но опять же, ничего нового его там не появилось. Ну вот, вот этот дружбан тут стоит. Жрец Вилки. Ага, сейчас 184 тысячи. Иди ты лесом, полем. Так, ну это жреческий сет, он нафиг не нужен. Это защищает от тьмы кратковременно. Тоже не надо. Это у нас есть мощное лечение. Силовая волна тоже есть. Это все PvP-шные приблуды, блин. Так, ну и надо тут почистить инвентарь. Что-то тут очень много всего разного и всякого. Так, и сюда три пера. Сушеный корень, который мы собирали в священном городе. Так, ну а дальше абсолютно ничего интересного. Тут просто поменяю всю эту чушню на нормальный сет Маджуля. И корону не стану я носить, нафиг она мне нужна. Ну что она там прибавит по одному стату? Нафиг. Это не спасет отца русской демократии, причем вообще никак. Причем абсолютно. Так, корона топлого короля. Топшего. Да. А то все вернулось на круги своя, так что. Ну все нормально. Так, и давайте заклинания какие-то нормальные поставим уже. Фиг его знает. Ну, то, чем я обычно пользуюсь. Всякой чушью. Копьями обычно. Вот как-то так. И это была 9-я часть видеопрохождения дополнения для игры Dark Souls 2. Дополнение называется «Корона утопшего» или «Топлого короля». С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Пока.